Buenos dias, amigos! Просто звоните на этот телефон или пишите на этот email. Рядом находится Меркадона, а с другой стороны центральный рынок. Месторасположение просто бомба. Центр, он и есть центр. Идемте. Вот в этом домике. Ну, традиционно показываю подъезд. Чисто, опрятно. Лестница симпатявая. Сразу видно дом. Старый, но ухоженный. И мы поднимаемся по этой лестнице. Здесь около метра. И попадаем в нашу квартирку. Итак, у нас, я уже говорил, первый этаж по-испански и второй по-русски получается. На лестничной клетке у нас 4 квартиры. Двери старинные, решетки такие, да? Очень симпатичная. Так. Так можно стучаться. Дом не новый, поэтому потолки очень высокие. 3 метра, наверное. Идем. Там у нас зрители наши, и я пойду по другим комнатам. Сразу налево первая комната, небольшая, метров может быть 9, может поменьше даже. Из нее окошечко, там небольшое патио, да, вот такое оно. Ага. Видите, даже в старых домах делали патио. Я вам сейчас скажу. О, какая люстра, ух ты. На цепи. Если вот это вот оборвется и это даст в темечко, можно будет закончить быстро свой путь жизненный. Посмотрели двери. Очень высоко здесь. Так вот, все комнаты, которые выходят в патио, в них обычно располагаются спальни, потому что в них тихо и уютно. Далее за поворотом у нас идет зал. Ух ты, какая тут мебель раритетная. Как вот так я вам покажу, да? Старые дома. Интересно. Двойная дверь, стулья. Вот так вот у нас дядечка здесь, смотрите. Ух ты, да он военный, какой-то генерал, что ли. Ничего себе, хозяин-то. И с этой точки покажу. Вот окна. Это то окно, куда был вид с той комнаты. Тоже в патио. Здесь, оказывается, и зал с выходом туда. Пошли далее. Хотя, может, я ошибся. Может, это не зал. Направо кухня. Мебель можно использовать, я вижу, ну. Понятно, что старенькая, да? Плита старенькая, я вижу, даже не буду открывать. Шкафы здесь можно сделать другие. Ну, в общем, по желанию использовать можно, но все. Которая близко к кухне. Можно это переделать. Если здесь снести стены. Можно обновить. Здесь второе патио. То есть в этом дому 2 патио. Одно с этой стороны, а второе с этой. Пошли дальше. Значит, вот он, зал. Я ошибся, это зал. Там была спальня. Пардон. Вот какая люстра-то, надо же. Прямо здесь вот эти вот вещи, вот остренькие такие вот. Мне как-то вот не в тему. Я бы опасался такие люстры. Вдруг выпадет из потолка. Тюк, и нету никого. Из зала у нас
интересно идет балкончик. Очень-очень интересно. Из этой квартиры нет ни одного окна, как я понимаю, на улицу. Это и плохо, и очень хорошо. Это внизу, смотрите. Вот можно любоваться этим. Там нарисовать море. И, пожалуйста, квартира получается с видом на море. И здесь же на балконе у нас есть еще один за дверью санузел. Есть один санузел. Второй мы еще с вами не дошли. И стоит стиральная машинка. Вот он, зал. Показал. Зал. Еще одна комната. Так, даже не одна. Да что ж такое? Вот она. Это очень большая. Это хозяйская спальня. Да. Какое все, видите? Так. Большая кровать. Мебель вот эта, ну, ее ни в коем случае нельзя выкидывать. Ее даже можно сдать в какой-нибудь базар на реализацию, если вы захотите менять. Так. Думаю, что... Вот она, оказывается, где у нас санузел-то. Интересно как. Ванна. Угу. Да. Вот какая планировка любопытная в старом доме. Да, здесь низко очень потолок сделали подвесной. И это выход на балкончик наш, да? Очень интересно. Итак, одна комната мы с вами посмотрели. Не вешаешь там. А запрещено на улице. Вторая комната. Вот она, которую я изначально назвал залом, потому что здесь не было никакой мебели для сна. И я ошибся. И еще одна. Центр города. Квартира под сдачу в аренду. Просто идеал. Рядом рынок. Это центр. Вот и все. Такая интересная квартира у нас. А это наш домик. И можно прям рядом парковать машину и даже купить себе свой собственный паркинг. Хорошо. Все, друзья, мы идем смотреть следующую квартиру. Центре. Пишите заявочки. С вами был Сергей и Алексей Язовские. Риэлторы из Аликанте. Кстати, совсем рядом здесь наш офис. Чао!